Добрый день, дорогие подписчики моего канала, с вами я, D104X, и сегодня я буду играть со своим другом и хорошим приятелем по жизни, Артемом Гущем, которого вы видели в многих видеороликах на моем канале. Сегодня мы с ним будем опять играть в необычный режим, наверное, в FIFA. Сегодня мы будем играть обычными составами, в принципе, что не добавляет какой-то необычности в видеоролик, но все же, на воротах у нас будет стоять маленький, прималюсенький, как Эльдар Джарахов, футболист. Вот. Хамсал. Ну, скорее всего, так его зовут. В принципе, такой игрок говно из Саудовской Аравии, но вы знаете, что эти игроки могут делать. Если вы, конечно, смотрели мой драфт, где у меня мой Аль-Шахрами забивал лонгшоты прям великолепные, но все же. Этот игрок 155 сантиметров рост, сопник, и он будет у нас стоять на воротах. Я не знаю, я просто буду издалека бить и забивать голы Тёме, так что я его приглашаю и начинаем играть. Ну че, Тёма, ты готов проиграть? Да, я знаю, у меня нет бороды, но ты мне скажешь, да. Ну и смотрим, да, у Тёмы тоже стоит данный дрыщ на рамах. Будет интересно, я отвечаю. Я рассчитываю сегодня забить как минимум 3 лонгшота, но Тёма, я надеюсь, не забьет. Хотя все может произойти в этом матче. Вы посмотрите на этого дрыща, блин. Итак, Вальбуэна, сразу же пробуем этого вратаря. Я, конечно, понимаю уже все насчет этого игрока. Ну да, но Тёма тоже пытается проверить моего вратаря, но пока что его попытки безуспешны. Вот так вот надо разводить своего соперника, здесь Биобиани, оп, молодец, дальше продолжаем. И здесь можно передачу на Биобиани, он под себя отдает передачу, Гуари, нужно забивать такие, ну вратарь вытаскивает, фига себе. А такая многоходовочка была красивая, в итоге делаем навес, блин, хотя можно сразу же ворота навешивать, мне кажется, хуже не будет и через себя бьет. Вот так вот жри, блин, вот это да, вот это голаса через себя Вальбуэна забивает. А я хочу посмотреть повтор, а почему? Почему бы нет? Итак, ну просто замечательно. Ну, конечно, вратарь, да, тупанул. Но я ничего не знаю, моя хата с краю. Орда Туран. Орда Туран. Тёма бьет и, ну, здесь мой вратарь вообще просто царюга. Вальбуэна, и ну-ка с лётом. Ну да, попытка. Не, ну я, конечно, все понимаю. Мой вратарь дрыщ, все такое. Ну, блин, окей, играем. И как там говорится-то? Я принимаю правила и вступаю в игру. Ну-ка, фикирушка, нужно забивать и... Ну, блин, что тут говорить, кто лучший фифер Первомайского-то? Забиваем гол и выходим снова вперед. И Тёма, что он будет делать? Он отдаст пас, и здесь гол. 2-2. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Молодец, молодец мой вратарь, вот так вот и надо играть весь матч. Но если Тёма сейчас еще раз ударит, то это будет плохо. Что творит? Что он творит, блин? Какой нафиг чех? Вот этот Хамсал просто богиня красоты, богиня дискотеки. Что он творит на воротах? И нужно выбивать просто, мне кажется, это полнейшие случайности были. Но после первого тайма статистика более-менее равная. Как такие забивать надо, а? Вот так вот такие надо забивать. Ну что творю я, а? Кто лонгшот мастер-то? Фикир забивает, и мы снова выходим вперед. Ну вы посмотрите, какой красивейший гол залетел, а? Оп, так вот убрал, можно сказать, под себя и ударил. Ну просто ма! Конечно, любой другой вратарь бы вытащил, но мне ничего не нравится. Мне нравится вот играть с этим вратарем. Вальбуэна! Нужно просто завершать! Нужно завершать! Бьем издалека! И блин, ну почему? Ой, просто Тёма ложится передо мной. И нужно такие забивать, и нужно как-то красиво это сделать. Опа-на, 4-2, изи-бризи, просто не чувствую вообще никак. Просто я уже наигрался с Тёмой и набрался опыта, и теперь я его спокойно выигрываю. Ну что, ну блин, мог я, конечно, издалека попробовать ударить, но я что-то решил 100% гол забить. Ну, в принципе, сделал это элегантно. О-хо-хо, вот это я отскочил. Ну... И Коки выбегает, ну и забивает Коки, да, 4-3. Но тут просто понятно, если один на один, то вряд ли вратарь вытащит. Гуарин, это лучший лонгшотер моей команды, и он! Да блин, ну это не считается, как такие тащить можно? Да, и Тёма сейчас будет наказывать. Джексон Мартинес, он бьет 4-4. 4-4, 4-4, ну блин, ну почему? Блин, я хочу выиграть. Ого себе, этот дрыщ еще и выпрыгивать умеет! Вставай, блин, быстро! Вы посмотрите, какой он маленький, блин, ну серьезно, такой маленький писюн бегает по полю, нормально, мне это нравится. Ну и все, 4-4, в принципе, матч получился интересный, с обилием красивых голов, лучший игрок матча у меня в Вальбуэна, давайте посмотрим. Мой вратарь сделал 6 сейвов, ну вратарь Тёмы тоже сделал.
сделал 6 сейвов. Матч по статистике был в мою пользу. Ну, блин, а че он просто так издалека бил, чтобы потом говорить, типа, вот тебе повезло. Ну ладно, это наши с ним разборки питерские. Ну а на этом ролик закончен. Если вы хотите с друзьями тоже поиграть и такими игроками, точнее, таким игроком, который будет стоять на воротах, это выглядит вполне интересно. Интересно это вполне выглядит. И очень красивые голы залетают в ворота. Ну а с вами был я, Десту4. Подписывайтесь на мой группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал на Ютубе, ставьте лайки, все. Всем спасибо. Пока.